Сегодня отмечается Иван Купала – языческий праздник, день, когда принято обливаться водой. Правда, погода сегодня не задалась, ночью шел дождь и весь день пасмурно. Поэтому и на пляже берчан не видно, и в городе традиционных обливаний не было. Далее в выпуске наши корреспонденты расскажут о древнем празднике, который связан с многочисленными обрядами и традициями. Песни, танцы, хороводы. Иван Купала издревле был одним из самых веселых языческих праздников. В этот день оживают традиции, пусть и все условно. Наши предки устраивали праздничные купания. Девушки пускали по воде венки и гадали о суженом. Если поплывет ровно, значит скоро замужество. Девушки не только плетут венки, ищут цветок папоротника. Говорят, зацвести он может только в эту волшебную ночь. Ну а тому, кто найдет его, гарантировано счастье. Травы и цветы, собранные в этот день, высушивают и сберегают. Считается, что они целебные. На Руси верили, что купание в реке, пруду или озере на Иванов день поможет избавиться от всех болезней. В Бердске обычно в этот день дети обливают прохожих. В этом году погода такие водные процедуры отменила. В четверг, 8 июля, погода ожидается ясной. Во второй половине дня возможна облачность. В течение дня синоптики осадков не прогнозируют.